Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранг, и сегодня хотел бы рассказать о том, как можно запустить стратегию Властелин колец, битва за Средиземье 2 на Windows 7, 8, в принципе, или десятки, потому что, ну, я думаю, знаете, что затем происходит, когда вы пытаетесь ее стартануть, как бы дальше она не идет. Ну, то есть, все, чисто на месте это как бы она стопанулась, и дальше она не идет. А эта проблема связана была с тем, что когда-то ее выпускали под Windows XP, как я понял, это связано именно вот с такой вещью, как... не поддержка УАКа, OIC, ну либо же, проще говоря, контроль учетных записей пользователей. Все, дальше она не пойдет, ну как бы ее ждать не имеет смысла. Значит, нам с вами потребуется вот такой вот маленький WinBFME фиксер, который должен будет эту тему почикать. Попробуем с вами, давайте ее стартануть. Сработает она или не сработает. Значит, нам с вами, когда мы запустим, нужно выбрать игру. То есть, в принципе, можно сможет сработать как, например, может быть, и под первую часть она должна будет сработать, и под вторую. И выбор также версии русской или английской, включая под знаменем короля-чародея, также может сработать. Ну что ж, давайте, значит, с вами цифру 5 нажимаем. В моем случае это битва Средиземье 2, русская версия. Нажимаю Enter. Так, значит, у нас с вами написано, мой файл уже существует. И у нас с вами готово, написано. В принципе, они что-то создали, по всей видимости. Ну ладно. Давайте проверять. Все ли заробило? Я все ничего не заробило. Мне интересно просто, очень сработает ли реально эта тема. Сработало, прикинь. Лол. Я помню, в свое время у меня был другой способ решения этой проблемы. Он был очень проблематичным, скажу вам честно. Так, кстати, какое сейчас у нас с вами работает разрешение, не знаю. Если вдруг у меня сейчас что-нибудь вылетит, то сорян. Хотя очень подозрительно и странно, походу он поддерживает мое разрешение. Фуллскриновое, прикинь. Такс. Слушай, не может быть. Он, короче, в автоматическом режиме выставляет то разрешение, которое у вас есть, поэтому ничего не трогайте. Настройки также он выставляет на максимум, полностью на ультра, и поэтому здесь ничего трогать не нужно. И менять свое разрешение как бы не нужно. То есть он в автоматическом режиме выставит то разрешение, которое нам с вами нужно. Это кайф. Но, может быть, это еще зависит от версии игры, от моей. Поэтому тут уж я не знаю. Но будем, по крайней мере, на это надеяться. Если вдруг у вас разрешение не будет работать, в принципе, то задайте мне вопрос. Напишите в комментах, как поставить свое разрешение. Я вам расскажу и покажу. Крайне постараюсь это сделать. Так что, все, ребятушки. Такой вот маленький фиксер 5-килобайтовый. Я его закину обязательно в облачко. И все у вас сразу же стартанет. Первая часть, повторяюсь, под вторую работает. И под короля, короче, этого чародея. В общем-то. Так что... Всем до встречи, огромное спасибо за просмотр, за внимание. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. До новых встреч, увидимся на канале, в группе и в новых видео. С вами был ваш Юранг. Будет много чего интересного, не переключайтесь, ребятушки.